Я всех приветствую, кто зашел на мой канал. Сегодня мы с вами готовим котлеты с кабачками из куриного фарша. Ну, вот у меня осталось немного фарша, 300 грамм. Добавим туда немного сыра, лук, кабачки, зелень и одно яйцо. Начнем с того, что натрем кабачок на крупной терке, 200 грамм. Если у меня фарша 300 грамм. Натерла кабачок. Он у меня не молодой, не совсем старый. Я его очистила от кожуры и от внутренностей. Пусть немного постоит, отожмем сок. За это время нарежу зелень. Мелко нарубила петрушку. Можно укроп, даже лучше укроп. Ну так мелко натерла лук на терке. И добавляю 50-70 грамм сыра. Вы любого, у меня сулугуни. Вы можете любой твердый сыр. На мелкой терке. Яйцо, и наконец я добавлю фарш. Куриный у меня 300 грамм, я говорила. Столовую ложку сухарей. Посолили по вкусу. Поперчили. Я добавлю приправу к мясу. Ну, хорошо, черный перец молотый, свежемолотый. Полученный фарш нужно хорошо отбить. И идем жарить на сковородке. Ты добавила к фаршу сухой чеснок. Хорошо вымесила. И сейчас формирую котлетки и на сковородку. Вот так. И на небольшом огне обжариваю с двух сторон. До золотистой корочки. Классические котлеты жарятся вначале на огонь больше, чтобы образовалась корочка, чтобы сок с них не ушел. А затем огонь уменьшают и продолжают обжаривать. Тогда они сочные внутри. Ну хорошо, после этого можно жарить так, чтобы не сильно, немного обжарить. И снова в духовке протушить. Сегодня я просто поджарю под крышкой. Вот такие получились котлетки. Аромат стоит потрясающий. Очень вкусно. Сейчас будем пробовать. Пусть немного остынут. А за это время я хочу сказать, что у меня есть второй канал. Называется он «Валентина Завгородняя». Где изготавливаю вот такие вот ручной работы изделия. Но в данном случае эта бутылка декорирована в таком стиле. Ну, такая бутылка, маленькие есть, большие. Оставлю ссылку в комментарии. Это, вы знаете, несложно, но очень эффектно. Такая бутылка может быть для домашнего вина. Можно просто не открытую бутылку, закрытую, так декорировать. И это будет прекрасным подарком вашему любимым людям, любимому человеку. Посмотрите, как красиво. Зайдите, обязательно посмотрите. Оказывается, сделать несложно. Посмотрите, это совсем несложно. Может сделать любой человек. Я там пошагово все рассказываю, показываю, как это делается. Ну, а сейчас возвращаемся к нашим прекрасным котлеткам, которые просто невозможно выдержать от этого запаха. Пробуем. Вот так в разрезе. Сочные, ароматные, просто прекрасные. Очень вкусные. Готовьте именно по этому рецепту, вам понравится. Ну, а за лайки и подписку спасибо. Спасибо всем подписчикам, кто заходит на мой канал, кто не забывает о моих рецептах. До новых рецептов, до новых встреч. У меня еще много интересных для вас сюрпризов.